Валентина Дробыш. Я работаю на автомобильном заводе маляром. Просыпаюсь я в 4:45. Мое утро начинается с душа, кофе, и у меня есть собака. Я его выгуливаю и собираюсь на работу. Утро начинается у нас на работе в 7 утра. Вот эта грунтованная кабина идет к нам в цех. Она заходит в цех, ее рихтуют и отправляют к нам. Там мы ее чистим, шпаклюем, обдуваем, и они идут на покраску. И потом они выходят вот такие красавцы у нас. У нас нужно уметь это делать. Просто уметь, потому что это очень тяжелый труд, если честно говоря. То люди, которые хотят, они очень... умеют и учатся всему. Шпаклевание – это надо видеть, надо уметь. Надо хотя бы даже шпаклевку размешивать, это уже, ну, надо уметь ее правильно размешать. Я пришла сюда по рекомендации знакомой. Она сказала, что нам нужны на автозавод люди, и так я и осталась. Хотя думала, что может и нет, но все было хорошо. Шпаклевку снимаем, обдуваем, вытираем и отправляем ее уже на покраску. Потом они выходят вот такого цвета красивого, разного, который нам дается по заданию. Человек моей профессии должен быть трудолюбивым, скрупулезным, любить эту работу, потому что она очень сложная. А наша профессия полезна для общества, потому что наши автомобили требуются везде. В сельском хозяйстве, на дорогах. Хороший сплоченный коллектив, мы друг за друга всегда, давно очень работаем все вместе, поэтому у нас все всегда хорошо, помогаем всегда друг другу. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей стороны добрым.